В Якутском городском дворце бракосочетания состоялась регистрация 385-го брака с начала этого года. Молодоженов поздравили представители администрации города. И не случайно. В этом году Якутск отмечает свой 385-летний юбилей. Паре вручили памятную статуэтку и пожелали счастливой семейной жизни. Подробнее в материале Юрия Осипова. Счастливые молодожены Александр и Велена Абраховы. Именно они стали 385-й парой, зарегистрировавшей свой брак в этом году. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Их маленький светлый праздник запомнится им вдвойне, так как их брак по счастливой случайности совпал с юбилеем города. Окружная администрация и управление ЗАГСа решили поздравить их с началом семейной жизни. Хотел, чтобы в этом году, в 2017, как можно больше было зарегистрировано браков, как можно больше детей, которые будут являться опорой для социального и экономического развития. Символично так-то тоже получилось. Оказывается, сегодня 17 пар бракосочетаются, 17-й год, 17-е число, ну и 385-я пара. Тем не менее, новоиспеченная чета Абраховых дату своей свадьбы выбрала совершенно случайно. Молодожены никак не ожидали такого сюрприза. Было неожиданно. Для нас это стал очень большой сюрприз, что нас выбрали именно 385-й парой. Это вот память на всю жизнь. Да. И вот специально ли вы выбрали именно 17 марта 2017 года, вот как такую особенную дату? Ну так получилось. Нет, не специально выбирали, просто это случайность. И ваши пожелания другим, может быть, парам на этот год? Ну, здоровья, счастья и любви. И благополучия. Поздравление 385-й пары, к слову, не единственное мероприятие, запланированное в городе и посвященное его юбилею. В ближайшие дни представители администрации Якутска поздравят мать, родившую 385-го ребенка. Остальные мероприятия пока держатся в секрете. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.